Более 160 миллионов рублей в этом году составила сумма контрактов на ремонт дорог в Магадане. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходит монтаж нескольких участков. В эту программу вошли объекты по улице Наровчатова на участке проспект Карла Маркса, улица Гагарина. Второй – по улице Якутская на участке Пролетарской и проспекта Карла Маркса. Это прошлогодние объекты, которые сдадут в этом году. Проторгованы объекты по улице Якутской на участке Марчиканский переулок, улица Гагарина, улица Майская с тротуаром в поселке Снежный и по улице Наровчатова тротуар с освещением. В проверке дорожных объектов приняли участие департамент СОТЭК мэрии Магадана, отдел дорожного хозяйства, представители Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области и ДСД «Дальний Восток». В части исполнения работ, значит, кто не первый год выезжает и смотрит, в этом году начали вовремя работы. Если опыт работы показал, что основные работы у нас были в июле в прошлые годы, то сейчас июнь месяц, мы видим уже достаточные подготовительные работы. Срок окончания по всем контрактам предусмотрен 30 ноября текущего года. В общем-то, опять-таки опыт показывает, что мы заканчиваем гораздо раньше, в зависимости от погоды. По окончанию отопительного сезона в июне первыми на участках свою работу начали энергетики. В завершении работы они должны будут сделать обратную отсыпку. Задача комиссии состоит в том, чтобы внимательно принять эти виды работ, отмечают эксперты. Если грунт уложить не по технологии, будут просадки. Этого специалисты допустить не могут. В 2021 году в Магадане отремонтируют более километра дорог. В поселке Снежном улица Майская выйдет также чуть больше километра, отмечают специалисты. Поэтому в этом году показатели по длине дорожной сети будут больше, чем в прошлом.